Народ, всем здорово. Ну чё, подальше? Погнали дальше. На каторгу 12. Чем мы там до поезда добрались? Прямо поезде заняться, да? Просто столько аптечек. Вот почему столько аптечек было. Чего? Какую хуйню ты победить?
Доктор Борисов, прием. Доктор Борисов, как слышите? Сомневаюсь, что сигнал вообще проходит. Мы почти уходим. По словам Борисова, бомба Е-99 находится на грузовом корабле «Жемчужина». Нам повезло, что поезд не стоял, а то пришлось бы идти пешком. Да кипеть этим. Индюки мелкие бегают. Я рада, что мы встретились, Рэнк. Пусть это и станет самым страшным эпизодом моей жизни. Ступайте вперед и найдите корабль. Я останусь здесь и попробую связаться с доктором Барисовым. Поспешите, Демичев наверняка близко. Ученый шанс получения. Колено открытие на жемчужину проводит в порт. Понятно. Черт, я уже подобрал. Нахрена мне это надо было? Секунду. Блять. Нихера себе. Борисов ошибается. Возможно. Ну да, по-любому, блин. Thank you.
Вертолет на подходе. Осторожно. Блять, испугала меня. Введен строжайший карантин. Незнакомое лицо, проверяйте документы. Проверяйте досконально. А если... Никаких если. Чуть что не так, открывайте. Он убился. Ай, блядь. Ай, блядь. Ушам ударило. Секунд. Я связалась с доктором Варисовым. Капитан Ренко, похоже, попал в очередную временную аномалию. Видимо, из-за бомбы Е-99.
Оказавшись в воде, снаряд стал нестабильным. Итак, корабль затоплен в порту. Что будем делать? Все просто. Ренко использует МВП. Капитан, на пристани есть поврежденная платформа-усилитель. Восстановите батарею, что находится под ней, и вы сможете поднять жемчужину. Да, мастрита. Эпично. Ха-ха! Капитан, у вас получилось! Вы подняли корабль. Мы видим его отсюда. Мы с Кэтрин направляемся в порт, но не ждите нас. Бомба находится в грузовом отсеке под палубой. Ренко, поспешите. Девичих не мог не заметить всплытие корабля. Я слышу шум вертолетных роторов. Блять, а как мне туда попасть-то? Бись. Ну, по коридору тут все понятно. Тут уже непонятно. Ну, 20 минут, в принципе, у нас с вами сыграно. Я думаю, на этом нужно будет серию остановить. Давайте так и сделаем. Вот так вот, короче, подняли жемчужину. Только что не черную. Ну а пока все, народ, давайте. Всем счастливо, до следующей серии.